жить одной судьбой. Композиции из популярных кинофильмов, военные марши, лирические вальсы – все о подвигах героев. Воспитывать патриотические чувства молодого поколения отец семейства Андрей Семенько решил через музыку. Приучаем, потому что это для души, для духовности полезно, я считаю. Сейчас они другую там музыку любят, там хип-хоп, там разные направления. А это как бы оркестровое для развития, для, в общем, полезно, я считаю. Для семьи Семенько посещать филармонию 23 февраля стало традицией. Они приезжают на праздничный концерт из Аксая каждый год. Старший сын Александр словами песен пока не проникся, зато оценил работу музыкантов. Ну, я так особо не разбираюсь в инструментах, но барабаны, наверное, это так, звук хороший. Один из лучших духовых оркестров России исполняет оригинальные сочинения как современных композиторов, так и шедевры классической музыки. На счету десятки композиций. В программу «Ко дню защитника Отечества» вошли исключительно известные песни. Этот выбор руководитель музыкального коллектива объясняет просто. Взрослые подпевают, молодежь знакомится с историей. В основном патриотическая музыка, которая рассказывает о жертвенности русских офицеров. Вот. И в основном эта программа направлена, ну, мне бы так хотелось, для молодежи, чтобы они не забывали все-таки, что именно военнослужащим, благодаря им мы спокойно спим и мирно трудимся. Привлечь молодежь в филармонию дирижер оркестра старается, подбирая репертуар. Для этого он подготовил несколько программ. Классика и рок, Бродвей зажигает огни, музыка в кино. Анастасия Кованцева, Сергей Алексеев, главные новости.